И в продолжение темы еще об одном знаменитом поэте, чье имя самым тесным образом связано с Пушкиным. В областной столице увековечили память ректора Императорского Санкт-Петербургского университета, литературного критика, поэта пушкинской эпохи, его друга, уроженца Верхневожья Петра Плетнева. Решение об установлении мемориальной доски принято Тверской городской думы по инициативе Общественной палаты Твери. На открытии побывала наша съемочная группа. Петр Александрович Плетнев родился в Бежецком уезде. Известно, что он обучался в Тверской духовной семинарии, потом в Главном педагогическом институте. Был ректором Санкт-Петербургского императорского университета и ближайшим другом Александра Пушкина. Известный роман в стихах «Евгений Онегин» великого русского поэта был посвящен Плетневу. «Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих богатств». С инициативой установки мемориальной доски выступили члены Общественной палаты Твери. Ее поддержали депутаты Тверской городской думы. Главная идея установки таких памятников – рассказать об уроженцах Тверской земли как можно больше. Особенно о таких выдающихся, как Петр Плетнев. Огромное количество заслуг, интересная личность, яркий современник Александра Сергеевича Пушкина. И мы не забываем, что это человек, который непосредственно связан с Тверью. И чем больше будет памятных досок, памятников, вообще, чем больше будут наши дети знать информацию о выдающихся горожанах, о выдающихся жителях города Твери, тем больше мы можем говорить о том, что исторические корни, историческая справедливость, историческая память, она существует. На открытии мемориальной доски присутствовала сенатор РФ Людмила Скаковская, которая была одним из инициаторов увековечения памяти Плетнева в Твери. Плетнева неразрывно связана с именем Пушкина, чье 225-летие мы с вами отметили на прошлой неделе. И вот сегодня, открывая замечательную мемориальную памятную доску Петру Плетневу, мы вспоминаем и Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, Петр Плетнев был настоящим, большим другом Александра Сергеевича. Если мы с вами посмотрим переписку двух великих людей, то мы понимаем, какую роль в жизни Александра Сергеевича Пушкина играл Петр Александрович Плетнев. Памятная мемориальная доска сделана из бронзы и представляет собой барельеф с портретом Петра Плетнева, а также краткой информацией о жизни великого уроженца Тверской земли. Ее установили в историческом центре города на улице Советской. Над созданием доски работал известный тверской скульптор Александр Пшерацкий. Высокий рельеф, портрет такой, можно сказать, парадный. Практическое исполнение в материале было довольно быстро, 2-3 недели. Теперь, прогуливаясь по центральной улице областной столицы, тверичане смогут больше узнать о великих уроженцах Верхневолжья. А популярные пешеходные экскурсии, которые проходят по этой улице, наполнятся новым смыслом.